Приветствую вас, дорогая церковь. Хочу засвидетельствовать вам славу Божью, которая произошла в моей жизни. Бог явил себя. Но перед этим прочитаю Писание. Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог. Если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня». Очень похожа моя история с историей Ларисы. Я с детства тоже болела, и с 4 лет у меня была такая непонятная болезнь. Я вдруг покрывалась холодным потом, появлялась слабость, и я засыпала. Мама долго меня водила по врачам в поисках причины, и эпилепсию мне ставили, и там различные еще диагнозы. В конечном итоге решили, что это вегетососудистая дистония. На этом вроде все. К подростковому возрасту к этим приступам добавились еще сильные головные боли. Такие сильные, что в день я пила от 2 до 6 таблеток обезболивающего. То есть помогали они временно, и боли были очень сильные. И это продолжалось практически всю сознательную мою жизнь, вплоть до 5 лет назад. Начали появляться такие приступы, с которыми я уже не могла справляться медикаментозно, и я реально испугалась, что же это может быть на самом деле. Пройдя обследование, МРТ показало, что у меня расширено субарахноидальное пространство, и как вывод, это воспаление паутинной оболочки головного мозга, которое, в принципе, провоцирует эти боли, которые не поддаются таблеткам. 5 лет меня лечили 3 раза в год, капельницы, уколы, различные там всякие манипуляции, и мне не становилось легче. Мне становилось хуже, вплоть до того, что я уже с трудом поднималась на 5-й этаж, мы на 5-м этаже живем, мне было трудно носить саму себя. И боли были очень сильные, я путала слова, заикалась и даже теряла там память, могла забывать, что происходит. Год назад я обратилась в кабинет душепопечения. Казалось бы, это абсолютно разные темы, душепопечение и болезнь, но сейчас я вам расскажу, насколько это все взаимосвязано на самом деле. С проблемой гнева и раздражения, с которыми я много лет пыталась справиться. И психология, и различные там... Это делай, это не делай. Я уже знала наизусть все места Писания, где Бог и что говорит про гнев, и насколько это мерзко для Него. Но это не работало. И я продолжала жить по накатанной. Но впоследствии, проходя душепопечение, оказалось, что проблема не в моем поведении, что я гневаюсь, а проблема в корне, в сердце. Потому что Писание нас учит о том, что из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния, и сердце — это как источник всего. Но еще большим откровением для меня стало то, что гнев — это, не следствие, да? И это не единственная проблема в моей жизни. Боль — это тоже сфера, в которой задействовано мое сердце. В процессе выполнения домашних заданий Бог действовал через Слово Свое могущественно, разоблачая меня и вскрывая истинные мотивы и истинные цели, в которых я действовала в разных сферах своей жизни, и мне открывалась картина тотальной лживости моего сердца. Когда я допустила эту мысль в
голову, потом в сердце свое, что я лгу, и моя плоть тоже может меня обманывать, я стала замечать, что моя боль — это одно из средств, которыми я достигаю, удовлетворяю свои правящие желания. Господь в Писании называет это идолами. И тут, после этого откровения, у меня случается очередной приступ. Приезжает скорая, пожимает плечами, как бы все в порядке. Ну, давайте мы вам что-то уколем. И приступ был очень сильный, после чего я решила обратиться к другому неврологу, который имеет отличную точку зрения от того, которого я проходила в течение 5 лет лечения. И пройдя обследование, мне сказали, что у вас нет патологических изменений и вы здоровы. То расширенное субарахноидальное пространство, которое вы имеете, это физиологическая особенность вашего мозга. А сосуды ваши, головного мозга абсолютно здоровы. И вообще, как вы столько пьете обезболивающего ежедневно, там, вы здоровы. Так в чем же оказалась проблема на самом деле? После приема этого врача в течение 1,5 часа я ходила вокруг дома, и у меня была реальная борьба в сердце. Я больше не могла врать Богу, потому что, ну, и понятно, что и себе. И мне нужно было принять решение о том, что либо умирать для себя, жить во славу Божью, либо продолжать потакать своим идолам и лгать. И я приняла решение, что никаких обезболивающих. И каждый раз, когда меня будет настигать боль, атаковать боль, я буду молиться и искать утешение в Господе и не заниматься самоспасением. Моя головная боль — это выбор моего сердца, реакция моего организма на трудности. Как я ее использовала, может быть, вам непонятно. Любая трудность, любое напряжение, хоп, у меня моментально болит голова, и я отхожу в сторону, мне плохо. И тем самым я искала покоя и безопасности, ну, в очень сильной боли, как бы, казалось бы, это безумие, но с этой болью я научилась справляться таблетками. То есть это путь самоспасения. То, за что я боролась любой ценой всю свою жизнь, да, доказать себе и всем, что я хорошая, достойная и нездорова. В реальности оказалось, что я недостойная, но я здорова. Ежедневная борьба продолжалась в течение 2 месяцев. Каждый день. Каждый день боль, молитва, отречение от себя, взирание на Христа, на Его жертву, на Его победу. И только это давало сил идти и двигаться дальше, вера в то, что Господь царствует. Бог дал освобождение мне от зависимости инсценировать боль через прохождение душепопечения. И вот этот вот инструмент в Божьих руках, душепопечение, он, Бог использует его для того, чтобы в моей жизни сорвать маску лживости и дать исцеление. И я хочу закончить свое свидетельство словами, которые были для меня и в прохождении душепопечения, и по сей день в моей жизни важным, основополагающим, золотой стих. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Аминь.